должны. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене.
Свобода мозга.
Спасибо. Чужое небо из чужого окна.
снизу, и опять хоть грохот колес не послышится слова.
спасибо большое. Друзья, сейчас хочется сделать небольшую ремарку. В зале сегодня присутствует человек, благодаря которому мы, приехавшая группа из Киргизии, позапрошлом году впервые побывали на родине с концертом. И этот человек генерировал все это дело и продавил концерт в городе Бишкек, в нашей столице. И мы в ноябре 2014 года побывали там с концертом. Очень хороший концерт был. Не суть. Суть в том, что этот человек сегодня присутствует в зале. Это Нурбек Абдрашитович Сатвалдиев. Это представитель Казахстана нашей межпарламентской ассамблеи СНГ. И с ним сегодня присутствуют его коллеги из Азербайджана и Белоруссии. Я очень надеюсь, что мы скоро окажемся в Азербайджане и в Белоруссии. Спасибо. Очень конфессиональная такая вечеринка сегодня. Друзья, все нормально? Мы продолжаем. Спасибо. Вам посвящается. Thank you.
спасибо. Yeah.
почему-то грустишь. Thank you.
Спасибо, что поддерживаете. Спасибо. Молодцы. Thank you.
Молодец, Эрнесто, ты слышишь? Эти аплодисменты тебе. Вы, наверное, уже догадались, да, чье это чадо? Похож. Яблок от яблони, как говорится. Молодец, Эрнест. Спасибо. Продолжаем. Давайте все вместе. Спасибо. Весело. Спасибо огромное. Друзья, на этом наш концерт подошел к концу. Спасибо вам огромное за то, что нашли время посетить наш концерт. Всем здоровья, удачи и всех-всех благ. Я бы сейчас хотел представить ребят. Алексей Той, бас-гитара. Дмитрий Голованов, барабаны. Максим Павлов, соло-гитара.
Меня зовут Астап, и все мы вместе группа «Виктор». Поставим еще раз огромное. Спасибо. До следующих встреч. На сцене Пава Джаггер, группа «Виктор». Лёв, можно гитару включить? Чтобы не было неприятного осадка, скажите, а, просили, не спели. Давайте все вместе, только вот с таким условием, что будут петь все. Готовы? Все знают ее. Песнями с потрясающими воспоминаниями. Берегите себя, мы вас всегда ждем. Последняя песня, как последние рюмки, не бывает никогда. Неспокойные вам ночи. Ну, мало ли вдруг вас интересует, завтра здесь у нас просто ночь будет тяжелая сегодня.